Хорошо. Мой отряд вам поможет. Хули туда надо идти, а хули делать? Блять, закрыто, да. Я закреплю взрывчатку на боковой двери. Прикройте меня. Все, ложись, пока эта хрень не рванула. Я ранен! Заткнись и стреляй! Да сдохнешь ты или нет? Рахнем их все! Автосохранение нормальное. Бля, вот это балалайка заебатая, блядь. Да здесь полно барахла. Чтоб вас всех разорвало! Да пришитесь, и дело с концом! Не оставь кого-нибудь! Не вопрос! Сука, блядь. Заебали они меня нахуй. Косают, блядь. Куда они, блядь, просачиваются, нахуй? Сдавайся! Так за я могу. Ну еще и не сдох, блядь. Получи, говнюк! Так держать. Нормально. Давайте. Тогда я, может, тебя не убью. Давай, в том же духе. Давайся, тогда я, может, тебя не убью. Еще один. Так держать. Гляди, Боба, опять противник. Это вообще улетело нахуй на другую планету снаряд. О, сукины дети! Черт, вы только гляньте на эти баррикады! Отсюда вражеские пулеметчики. Северяне, похоже, планировали эту атаку несколько недель. Я под огнем! Я вот тут пойду. Ни за что атаковать в лоб самоубийство. Отступаем. В лоб здесь атаковать нельзя. В укрытие. Ого! Кто-то разнес главные ворота.
А ты того лечить не будешь, нахуй? Да хуй с ним. Еще одно сохранение, нихуя себе. Где? А, похуй, пойдем так, ёбнусь. А, вон он, блядь, вижу. А, на полотную подойду. Блядь, за пулемёт за вражеским здесь есть, чё за хуйня? Так, медик. Медик, я ранен. Новенький. Еще один. Давайте, тогда я вас не убью. А ну пригнись. Лимоночку. Калаш. А, не буду брать. Бля, пойду-ка я вон по той, в этой, блядь. А там не залезь, да только по порожкам. Тут да, лучше по красному зданию прохуярит. Ой, блядь, попал, смотри, крутой. Ух ты, ебать. Missing Filer. Сука, блядь. Первая смерть, нахуй.
А он в первую смену. Иду. Это большой дворец. Потрясающий. А где медика? А, ладно, у меня хп пока нормально. Тихо, тихо. Нихуя себе, блядь. Да хоть ты ворота открыл. Давай, в том же духе. Так, можно сохраниться. Блядь, еще одна часть дворца, ебать. Смотрите, главный императорский дворец. Да, я прям по уху получил, блядь. Медик, я ранен. Уже иду. Стопни, сука. Давайся, тогда я, может, тебя не убью. Миша, стреляй. Получи. Гляди в оба. Опять забили. Эй, помогите мне кто-нибудь. Ну, через все здания идти, как вариант. Надо сейчас эту миссию пройти и похавать, сказать, что-то я хавать хочу. Бля, тут не пройти, вот сука, а. Медик? Бля, где медик нахуй? Медик, брат, иди сюда. Подбили нахуй. Элис. Просачиваемся сюда по-быстрому. Там их опять обойдем, чпокнем нахуй. Давайте, когда я могу тебя не убью. Заткнись и стреляй.
Хуй, надо сзади к ним заходить, блядь. Дальше никак, блядь. Минус два. Голландец, дай-ка патроны, нахуй. Сейчас я тут тир открою нахуй. Ой, блядь. Ебать их там нахуй. Хули, но он не достает. Блять, дворец невротебических размеров, блять. Нужны патроны. Вот, бери сколько нужно. Так, второй этаж, да? Пиздец, он угорает, блядь. А ты что, не помер? Бля, там еще сидит. О! Рюш. Рюш. Нужны патроны. Бери сколько нужно. Твой ёбаный ваш в рот, блядь. Сука, блядь. Пиздец, они бегают перед носом, блядь. Тоже зеленый хуй. Короче. Похуй. Бля, когда хоть миссия кончится, сука. Хочу есть пожарить, блядь, хавчик. Голодный я, блядь, не ждал на полдня, блядь. Еще один! One today, one today. One today. Получи, говню. Да, им похуй, ебать. Металлическая голова у братика его. Нужны патроны. Сука. Бери сколько нужно. Сдохни! Вот собственные дети. Перезаряжаюсь. Взорвало. Опять пуки. Отличный выстрел, парень. Отличный выстрел, парень. Так, опа, че, вижу.
блядь, и не попадешь. Ебать, весь отряд перехуярили, видал? Нихуя себе. А куда они лезут, дебилы ебаные? Там же пулемет строчит, нахуя не лезут, долбоеба под огонь нахуй. Ебачи одним словом, ёпта. Долбоеба. Гляди, Боба, опять противник. Дай сразу патроны возьмем нахуй. Где этот хуй, который патроны дает, блядь? Нужны патроны. Держи. Беги, блядь. Блядь, все равно убежал, охуеть, блядь. Еще один снайпер. Ты заебал, ты будешь умирать, не? Спасибо, блядь. Держивают верх. Жаркий был бой, но на этот раз мы победили. Последний рубеж сопротивления Хюэ пал. Это конец атаки коммунистов, названный в честь праздника, когда они нарушили перемирие Тет. Планы Ханоя не выдержали проверки боем. Во всем Южном Вьетнаме силы Вьетконга потерпели поражение, не добившись никакого тактического преимущества. Атака была отражена почти мгновенно, и Вьетконг потерял множество людей. Остальные в беспорядке отступили к границе с Камбоджей и Лаосом. В течение следующих нескольких лет основным противником в Южном Вьетнаме являлась армия Северного Вьетнама. Но Ханою удалось достичь победы в части политики и международных отношений. Столько потерянных жизней. Народ столько США друзей. Начал сомневаться в победоносном исходе войны. Они хотя противник потерпел поражение и отступил, это было первым шагом к полному мы бы победили, выводу войск США, если бы нам только Вьетнама позволили. И падению Сайгона. It's a terrible fight. I've never seen anything like it. And believe me, I was a contender. We're beating them hard, but they're still kicking. Все что ли? Как мы ее добили, оказывается, нихуя.
gentlemen, this is your captain speaking. We have only gone where no man has gone before, but there's still one Klingon sniper in the sector. Чуваки, короче, что могу сказать, первый Вьетконг в 100 раз лучше, чем второй вот этот, мне он меньше понравился, первый он жесткий, заебательский, блядь, разговоры по рации, блядь, ну, короче, первая часть лучше, ну и вторая тоже неплохая, конечно, было бы неплохо, даже если бы третья была часть, вот, ну ладно, завтра мы начнем проходить кампанию Вьетконга, вот она теперь нам доступна, завтра начнем ее долбить. Все, пацаны, всем пока. Увидимся во Вьетконг 2, Вьетнам, Вьетконг.